Держи, котик. Це подарок тобі. Це вже яка торпеда. Це подарунок. Давай будемо роздягатися і купатися. Мужчина, проснітесь, ви обосрались. Мужчина. Ти вже вирос, капець. Ти пумба, а на ти на мана. Ой, котик, акуратно там вже. Я ж бачив трубу, да? Ти що? Там труба. Там труба. Всім привіт, Улі. Це наш новий виложечик. Да. Сьогодні один місяць і один день нашому синочку. Ми їдемо на огляд до лікаря. Да, должны посмотреть, все ли хорошо с ним там. Ну, вес мы его знаем. Интересно, какой же рост у него. Вот. Угу. Посмотрят. А еще у нас должно быть сегодня УЗИ каких-то суставов вроде бы. А сегодня, да? Да, то есть угу. Там хотят посмотреть что-то на всякий случай. У нас как раз входит в пакет там какой-то УЗИ суставов определенных. Вот как раз на Лехе сегодня это все и посмотрят. А потом уже... А сыночек тут спотуня. Красавчик. Что, сына? Давай, папка тебе прикладывает. Я понимаю, что в этой штучке удобнее. Но... Давай, ты мой. Оп. Він проснулся. Ты так и не понял. Да, сына. Какой котик ровненько взял сюда. Сейчас мы с ним. Накрыло він там сюда. Сына, ручку. Опа. А, все, сейчас папка тебе пристегне. Для безопасности. Ножку одну сюда. Это чтобы подписечку была мягенько. Опа. Красавчик на сыночек. И руки вот сюда вот можешь достать. Не понял, что происходит. Все, мягенькая штучка есть тебе одна. И на тебе вторую. Все, спи. Все, поехали. Все, приїхали, синочок тут спить. Щось, конечно, система це заглючила. Андрій не може достати автокрісло, щоб його в автокріслі довести. Придеться ставити люльку сюди. І на люльку його перекладувати. Так обично ми, коли в лікарню ходимо, то достаємо автокрісло на 5 хвилин на огляд. А зараз щось не достається автокрісло, то прийдеться його так класти. Та, синочок, спотуніш. Оп. Зайчик маленький. Такий в нього костюм купили йому класний, новий. Ось. Йдем? Так. Гарненький хлопчик наш. Пішли. Синочка вже одягнули памперс двоєчку. Він вже важить 4500. Синок, ти вже дорослий. 58 сантиметрів вже. От. Заміряли його. Два. Підрісток. Тут такі цятки є, якщо погратися, синок, дивись, які ігрушечки такі. Погрімушечки. Поки татка там розбирається з автокріслом, чого воно не знімається з бази. Ми тут з синочком гуляємо по території. Такий медведик прикольний є. Сонечко так світить на вулиці. Гарно так, погода дуже класна. І тут дуже гарна територія. Можна прогулятися. Ну і такий зівунчик, да, сина? Зіваєш, да? Будеш спати? Через пару днів будемо вже одягати двоєчку памперс. Там залишилося ще пару памперсів у нього, одинички. Одиничка до 5 кг в нього, а він вже важить 4500. А двоєчку можна одягати йому вже з 4 кг до 6 кг. Там іде. Ось так що через пару днів вже будемо двоєчку носити з памперсом. В один місяць, так, да, синочок? Один місяць і один день нам сьогодні. А поки дихаємо свіжим повітрям. Йдемо з синочком до тьоті, до Андрієвої сестрички рідної, це його тьотя виходить. Ось, йдемо в гості. А то наші бабулі пішли на пляж, зібрались разом. Я їм позвонила, вони зараз не вдома. То йдемо до Іри, в гості. Іра тільки бачила його з народження один разочок після роддому. То зараз йдемо ще в гості. Так, синочок, йдемо тьотю провідаємо твою. Вона якраз там читає зараз вдома, потім може на площадку підемо, покормимо синочка, а тоді підемо на площадку. Все, тьотя чіліт. Ой, будь здоров, синочок. Йому так цікаво тут, розглядає так все.
Жарко, да, сыночек? Такие губы. Йока, привет. Спал, спал, не хочет просыпаться. О, боже, что происходит? Папа как камеру взял, так сразу проснулся. Смотри, как проснулся. А сейчас только что спал, лежит себе. Зевунчик. Да, скажи, разбудили, скажи. Купать что-то меня собрали. О, скажи, классно, классно ж купаться. Сынок, ты забыл, что у нас по расписанию каждый день ванночка? Ты так крепко заснул? Ну, ему нравится. Да. Щечки, как видно, проходят по чуть-чуть. Вдруг дописал, все нормально. Это не диатез была, не аллергия, ничего такого. Вот Рай сказал, что это детская акне, которая проходит. Щечки. Вот, лечить ничем не надо было, никакие крема. Чистенько, что было, и все. Вот уже понемножечку у него все это проходит. Да, сын? Да, классно. Леха уже перешел на памперсы Хаггис двоечку. Уже повзрослел. Да, мы начали пользоваться Хаггисом. То у нас был Хаггис, то у нас был памперс, теперь опять Хаггис. Да, сына? Вот. Мы уже чуть выросли, и теперь у нас уже двойка. Одиничку мы уже с тобой прошли. Следующая будет тройка. Да? Ой, котик, аккуратно, на лицо так. Ну, папа случайно. Ничего страшного. Да, скажи, пап, ну ты, конечно. Давай шею, сыночек, по-моему, шею, чтобы не прело. Давай вот так. Давай. Вот так. Скажи, ух ты, папа сделал. Смотри, давай. Как у меня. Плазма? Да, щекотно? Да, без шеи. Так, чуть-чуть. Вот так, давай закутаемся. Оп, еще коконе, да? Чувствую, сейчас шапаюсь и далее буду спать. А завтра мы, Леха, что? Идем на бассейн. Ну, ты в бассейне купаться не будешь, но пойдем там свежий воздух. Папка с мамкой будет, да. А губы как трубочкой будем сплав. Лежать там это, отдыхать. Да, пойдем. Ну, возьмем с собой крем, молочко для бэбика у нас есть. От загара. Да, Кейси? Одену, покажи, да. Это где-то снизу стоит. Сейчас, остыки вот. У нас. Вот такое мы купили в Чика. Ну все, вот. Не плакуй. Молочко от нуля. 50 плюс защита. Ты все, какаешь? Вот, и будем на него такую штуку наносить. Да? Давай, сыночек, закутаемся. Чтобы солнышко никак нам не навредило. Чё, сыночек? Так что завтра у нас веселые покатушки. Зібралася з сыночком на басейн. Підем трішки відпочинемо. Купатися ми не будемо. Ми просто будемо тіньочку. Одягли поки ще рубашку, бо в нас ще ранок. А потім перевдягнуємо вже маєчку. Носочки знімемо. І буде там голожопіком. Відпочивати з нами. Взяли з собою ще крем, намазюкаємо його від загара. От, для безпечності. І йдемо відпочивати. Оце папка нарядився. Шорти, які тебе модні. Яркий пацан. Прям як син. Чи син як ти? Син на сині джентльмен. А папка яркий. Сьогодні, так? Да? Пошли? Да, у нас сегодня будет день выходной такой, с утречка. В общем, дарились на 2 часа дня, ну или снеж, давай, или воскресенье, или мы так особо не отдыхали, вот что прям так насладиться. Будем теньку садить. Ну, сгорать, да, не планируем. Да, бо нам не можно на солнце. Вот, а тенечек десь найдем. Такий він гарний в цій рубашці. Такий джентльмен наш маленький такий. Вже так підріс він. Сьогодні йому вже місяць і 4 дні. Держи, котик, це подарок тобі. Це вже яка торпеда. Це подарунок. Це сина достоїнство. Памперси. Наскільки він так достоїнство робить? Це за скільки? Це десь сина за тиждень чи за два вже може. За півтора десь. Так он еще такой тяжеленький, я тебе скажу. А я сегодня вин Андрея обкакал. Расскажи, нет. Котик. Ну что, блин, я типа решил взять. Андрей сразу скажет, Хаггис, вы на руки. Я беру, хочу взять на руки. Только беру на руки, смотрю, говорю, что-то руки мокро. Смотрю. О, бля. А я его уже к себе положил. Смотрю, о, руки в говне. А я в душе как раз была. Смотрю, о, бля, живот в говне моем уже. Ой, памперс в говне. Говорю, блин, Хаггис, говорю, протек. Говорю, Снежу, этот Хаггис, говорю, вообще. Снежка говорит, в смысле? Открывает памперс, а там внутри просто.
Ты мне так на маленьком хорошо. Хагіс был заполнен по самое не хочу, это уже просто уже через верх пошло. Там на який бы Хагіс бы не спас. Короче, какая він хорошо. Да. Ну все. Поехали. Мусор забрал? Мусор. Ось наш мусор. Лёха, у тебя будет этот, свой шезлонг. Да, мы ему везем кокон зараз с собой. А от солнца мы взяли тоже эту штучку, если что, мы его намажем обязательно. Я говорила, да. Все? Let's do it. Лёшка, привет! Смотри! Расплакался, скажи, пап, ну ты и включил запись, да? Мы уже, в общем, тут посидели чуть-чуть. Солнышко уже ушло. Люди по чуть уходят. Опа, все. И мы с сыном уже будем ехать домой. Да, Лёха? Да. Тут Настюха, Шаня, которые сказали, поехали с нами гулять. Да, сына? Натусились? Водка супер. Все, ну джентльмен. Да. Сейчас теперь все это скидываем. Брали с собой кокон. Вот, сейчас все поскладываем. И будем выдвигаться. Сыночек, просыпайся. Зараз будем с тобой купаться. Приїхали ми з басейна. Зараз будемо змивати. Ми плавали. Зараз будемо змивати з нього. Це талант поїхати на басейн і в ньому поплавати. Зараз будемо змивати з нього крем, це ще купували йому від загара. Все. Що, син, посміхаєшся? Папа тобі вже набрав вон там ванну. І зараз будемо купатися, да? Будемо купатися. Просипайся, давай. Давай. Не хочеш вставати? Синок, давай, наївся, а не сей заснув. Ізю? Смішно тобі, да? Тобі смішно? Аж молоко потекло. Який він смішний, капець. Карапузьоныш наш. Синок, вставай. В рубашці засну і в штанах. Сина. Давай будемо роздягатися і купатися. Мужчина, проснитесь, ви обосрались. Мужчина! А ви не спите? Папа, що ти хочеш? Я сплю. Я теж. Наївся такий довольний лежить. Я недовольний. І синок улибається. Мужчина, проснитесь. Мужчина, ви вже вдома. Конечно, я. Выходите. Поезд дальше не едет. Мужчина. Мы едем в депо. Вы меня слышите? Он смеется. Мужчина. Как вас звать? Ему смешно. У вас семья есть? Муж, жена, дети. Мужчина. Алло. Мужчина. Что ж такое за безбилетник такой? Мужчина. Проснитесь. Опять напились или что? Скажи, папа, не пугай меня. Выходите, пожалуйста. Конечно, я говорю. Конечно, я. Выходим. Выходим, выходим. Конечно, я, мужчина. Конечно. Слышите меня? Конечно. Мечтатель. У вас деньги с собой есть? Размечтался. Оплачивать проезд будете? Проезд оплачивать будете? Что, бить будете меня? Папа, ты хоть себе расплакался? Это что, блин, за панда кунг-фу? Вы владеете боевыми искусствами? Это коготь тигра? Ладно, все, все, лежите, все, вопросов нет. Вы потом заплатите? Да? Все. Все, проснулся. Трохи без настроения, але купаете. Сынок, ты такой вилят, серьезный. Да? Серьезный, да, такой? Все, будем купаться с тобой. А, им подмигнул, да? Ты подмигуешь маме? Ну, классно тебе. Давай так, мама тебя покупай. Вот так, да, с моим тут крем от загара, да? И все пылинки с тебя змеем, с бассейна. Мы в бассейне не купались, а? Мы просто лежали на кровати, але там на кровати не дуже чисто было. Вот, то треба змывать це все. А потім будемо спати, синочок, да? Наоборот, ти зараз якраз поїв і будеш спати гарненько. Покупаєшся, будеш спати туні. Поки синочок спить, готую тут супчик на завтра. Стірку закидувала після
басейна. Ось такий п'ятновидитель дуже класний. У нас є пелюшки, на яких синочок голожопіком буває лежить і, наприклад, може накакати на пелюшку, там п'ятна. Обичним порошком не відстірується, а ось цим п'ятновидителем дуже класно. І ось такий наш ще порошок, теж чіковський. Ось, синок під контролем. Радіоняні себе таскає по всій квартирі, дуже зручно. Коли він в кроватці спить, то радіоняня за мною. А якщо не спить, то ось ці кушеточці за мною по всій квартирі теж. Ось, зняла чехол з кокона, який сьогодні брала на басейн. Він якраз вже висушився. Де він тут? Ось такі пелюшки брали на басейн теж. Він напісяв на них. Потім я прийшла додому, все перестирала. Чехол з кокона теж чистенький. У нас таких два чехла. Дуже класно, коли можна змінювати. Ось один попрала. І другий чистий потім одягну. Або цей одягну теж чистий. Ось такі пелюшечки ще чіковські у нас дуже класні. Це не одноразові, а такі багаторазові. Можна їх в машинку закидувати. Полотенце його таке гаряче. Ось. Теж висушилось гарно. Класно, коли сушилка вдома є. Дуже зручно, можна часто прати речі, щоб вони завжди чисті були. Ну, коли дитина маленька, то дуже класно, коли сушилка є вдома. Ось рубашка, в якій він сьогодні був. Теж посушилась вже така. Трішки погладить залишилося її, але вона так трішки вигладилась в сушилці. Ось така малесенька, дуже гарна рубашка його. Це нам подарували. Потім ось цю пелюшку теж брали на пляж. То. І це чехол на кроватку, теж на матрасник такий. Його. Це з Фомамс. Ось ми купували теж змінні такі на матрасники. А ось це така штучка, накидка, яку ми сьогодні теж брали на басейн. Це я його кормлю з цією накидкою. Дуже зручно накидуєш на себе і кормиш його. Вона така тоненька тканина, тут ще сіточка є. Ось. Ну і все. Все висушилось. Зараз буду закидувати наступну сушилку, стірку, щоб вона сушила. Там наші полотенця і речі. І пелюшка, на якій було п'ятно. І цим п'ятновидителем чіковським воно вистиралось. І ось ці пелюшки багаторазові я беру ще з собою в коляску. Одну кладу в сумку. Ось сюди з собою завжди ложу. А друга тут. Ось в коляски так теж стелю, якщо синочок вдруг напісяє, бо сьогодні він тут без памперса був у нас на басейні, я його сюди клала, або з нами на кроваті був, або тут в колясочці спав теж. І він сюди отак напісяв, я потім прибрала і постелила нову, дуже зручно. Такі класні, і він такий хлопковий, приємний до тіла, йому дуже зручно було в них. Зараз поскладу тут речі, суп доварю. І буду лягати теж спати, коли покормлю вже сина. А ось син тут якраз просинається вже, бачите? Вже все. Зараз буде їсти, просить. Все, синочок, мама вже біжить. А ні, син ще вирішив подрімати. Ще спатуніє. Якраз я одягла чехол на кокон, поскладувала тут все. І зараз вже буду сама йти будити його, бо він вже десь 3 часа так спить. Поміняємо памперс і буду вже кормити його. Вийшли на вулицю, сонечко таке гарне. Куди ми йдемо, котіка, ну розкажи. Ну, у нас сьогодні УЗІ, там голови, внутрішніх органів і так далі. У нас входить в пакет. І як би маленького можна перевірити і побачити, нет ли каких-то проблем. Ну, нам не назначали, це просто є в пакеті. Да, ну, типа, як говориться, обслідування. То есть ты не всегда обращаешься к врачу, когда уже что-то болит, а просто обследуешь, смотришь, все ли хорошо. Да. И даже если что-то нехорошо, чтобы ты уже на ранних стадиях уже мог знать. Вот, поэтому у нас сегодня обследование, потом еще вроде бы сегодня на вечер в Элеке, там же у нас и ортопед. Он должен посмотреть по ножкам, ну вообще по УЗИ, который мы делали в прошлый раз, было все хорошо. Котик, он на солнце стоит. Но ортопед еще должен будет посмотреть. Пошли. А также сегодня пойдем еще, заберем микрофон для Снежки новый, угу. Потому что тот... У нас был, мы со Снежкой подарили его моей маме, чтобы она снимала уже с более крутым звуком.
Вот. И себе решили тоже вам другой взять. Микрофончик USB-шный, когда снежки потребуются. Вот. Там еще такой идет подставочка, которая крепится к столу, где можно, это вот удобно для стриминга и так далее. Вот. То у нас уже будет такой вот микрофон. Или может когда-то придется Ченду куда-то там поехать, там с ноутбуком, то можно взять с собой этот USB-шный микрофон, чтобы записывать для вас реакции. Ой, сыночек тут с Патунием в колясочке. Він наївся, памперс поміняли йому, поділи такий костюмчик йому. Гарний сьогодні йде в лікарню. Понедельник, день чудесний, вчора побили. Сам тебе знаєш, що побили на басейні, заплатили деньги, а так і ніхто не покупався із нас. Ні ти, ні я. Ну, мені ж не можна купатися. А хотя у Снежки вчера уже пошли месячные. Да, уже можно опять детей. То есть получается, если мы правильно понимаем, если пошли месячные, то получается, Снежка может снова забеременеть? Да. Так что все, котик, 10 детей, да? А если в теории они пошли, то есть это уже живая яйцеклетка уже выделилась, то есть получается, ты уже могла забеременеть? Уже пора. Ну, типа, вообще там надо восстановиться, но я имею в виду, что организм показывает то, что типа ты родила, там через 2 недели можешь снова беременеть. Але ми почекаємо, щоб трошки синочок вирос. Да. Бо я не хочу просто нянь в даний момент. Ну, поки ні, а там как би просто коли два ребенка малесеньких дуже, то треба няня, да. А з одним сином мені дуже легко. Чому? Буває кому-то з одним ребенком треба няня. Ну, ну мені ні. Мені сином дуже легко, да. Він дуже класний у нас. Дуже послушний. Та синочок. Хорошенький, нам не треба няня. А от коли дві дитинки малесеньких, дуже-дуже малесеньких, то тоді вже треба няня. Ну, посмотримо. Поки у нас так. Як тільки щось у нас зміниться, ви обов'язково об этом узнаєте. Ви ж видели, що ми, в общем-то, все держали для вас в відкриту, і многим це і нравится, і ценять, що типа, ми не устраивали каких-то таких, там, як тільки родила, і через год покажемо. Ні, ми показуємо. Как оно есть, может даже для тех, кто будет будущим родителям, это тоже им тоже интересно, что, как все проходит, какие этапы. Да. А зараз мы будем сыночка перекладывать с люлечки в автокресло. Вот на паркинге скажи, что хорошо, не так жарко, да? Ага. И в машине хоть не жарко, надо строить жарко, бетонный, да? Дом максимально. Без окон хоть. Такой бункер. Да. Жара, да, на улице даже жарко. Хотя заметь, окошек здесь на паркинге нету, но даже без окон бетонный дом дает прохладу. Угу. Скажи. Да. Ну что, сына, ты готов? Конечно, готов. Смотри, какой я сегодня красивый, да. Костюмчик такой одели. Зайчик наш. Он родился в год зайчика. И он уже на самом деле у нас к автокреслу привык. Мы как-то расскажи, чего он плакал, да, у нас в автокресле. Да, если вдруг у вас маленький бэйбик, еще что-то, рассказываю вам вещь, короче. Есть вот такая вот штука. Достать ее. В автокресле. Вот. Это вкладыш, который туда вставляется, и он якобы пишет, что он 45 до 60 сантиметров. Угу. Лешек наш только где-то 60 скоро будет. Но! Не, він коли плакав, він був тоді ще 53 сантиметра. Даже 53, да. Вот это вот он вставляется еще внутрь. То есть вот есть автокресло. Не знаю, плохо ли видно, Вот. А эта штука еще вставлялась еще внутри, вот, и добавляла еще более уже. И я, ну, тут надо вот так вот, не, вот так вот. Это такая твердая эта штука, капец. Да, это вот. Деревяшки какие-то. Вот, и короче, да, вот так оно было. И короче говоря... А ты думаешь, все автокресла такие, чи только в Сайбексе? Не знаю. Ну, короче, это, наверное, когда у тебя очень маленький ребенок, либо даже недоношенный, либо он какой-то худенький, небольшой, ну разные дети бывают. Но у нас же Леха такие. Вот. И получается прикол в том, что ему это настолько давило и болело неприятно. Пару раз он так поездил. Ну, орал, и я вижу по нему, что он вообще там его как шпротину сжал. Он когда и без этой штуки... Хотя написано до 60 сантиметров. Да. Мы сейчас его уже в это автокресло ложим, и он реально в нем тоже максимально, то есть заполняет его полностью. И вот как только мы убрали эту штуку, він сразу спить. Реально там стало намного лучше і так далі. А то він плакав, ми догадувалися, чого він може плакати. Ну, просто там же написано 60 сантиметрів. Ми думали, взагалі не любить автокресло і так далі. Ні, коли убрали ту штуку, ми навіть в цій штуці з ним гуляли і в лежаче положення розкидували. Да, єдине, що в автокреслі ребенка довго возити не можна. Ну, типу, йому потрібен відпочинок, там, ну, часу поїдете, ну, півтора, все. Це хороше, якщо автокресло. Йому потрібно, ну, витаскувати горизонтальне положення.
От як здесь люльки. Ну, ми з собою люлечку завжди возимо, перекладаємо його сюди. Ну, либо, якщо ми тебе пойдемо к врачу, ми можемо не перекладувати, а просто в таке чвукнути. Быстренько. Да, в лежаче положение, вот уже розтягнули. А якщо дольше треба, то тоді вже в люлечку перекладаємо, щоб він в автокріслі не сидів. Маленький бебік, і ви думаєте, що там бывает плачет, попробуйте і посмотрите у себе вот эту вот штуку, вкладку, если она достается в автокресле. Вона реально може їм надавати дискомфорт ребенку, очень жорстко. Ну, якщо по дитині видно, що вона там зжата прям сильно. А якщо вона там провалюється, то, звісно, нормально. Тільки на ту жопу. Ти як уже вирос, капець. Ті пумба, анатина мана. Ой, котик, акуратно там вже. Я ж видів трубу, да? Ти що? Труба. Там труба. Там труба. Так він же підліз, зайчик наш маленький. Ой, проснувся, синок. Сина, извини. Кажи, папа, ти мене розбудив. Ну, так. Не, соска так світиться. Та коромненького котик посади. Мені якось криво сидить. Да. Каже, папа, поправ мені ремні, щоб возле шеї були подушечки. Я то я зараз буду плакати. Ох. Я зараз тобі розкажу. Все. О, все, поїхали. І все, він готов. Да. Жарко, капець, блін. Пакую люльку. А люльку ми возимо спереді. Ну, пока да. Когда если будет второй ребенок, то ясно, что для этой люльки особо не будет мест. Но будем что думать. Может, котик придется купить Ешку, поменять на ГЛС-ку. Либо В-класс, да? Ну, какую-то большую машину. Ну, пока мы понимаем, что, наверное, к этому придет. Но мы это будем решать по мере поступления моментов. Да. А не наперед на будущее. То есть у нас сейчас, если честно, в идеале это жилплощадь. Да, расширить. Да, потому что сына сейчас скоро бегать начнет. У нас типа нужна детская комната, нужна съемочная. И если будет еще один ребенок, нужна еще одна детская. Ну, там короче, не плачу, хоть подавись в окошко. Не, лучше спит. Поэтому в идеале у нас как бы хотелось бы в будущем расширить место, чтобы было и для работы, и для детей. Это более важнее, чем более большая машина. Конечно, да. Плюс сыночек скоро бегать начнет, а у нас в квартире там все заставлено, птички, зерна, ну типа надо. Щоб було чисто, без зернышек. Щоб була кімната для нього пуста. Щоб він мог повзати там на ходунках там лазить. Я думаю, що по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да. Може бути. І будемо скоро, може, колись строїться, так, котик, в будущем. Ну, ми думали покупати дом. Та ні, покупати, ну, мені кажеться, це... Кожен раз ми цей момент обдумываем, и мы боимся, что... У нас 10 пяс на неделю. Да, мы боимся, что мы можем влететь в какой-то дом, который внешне красивый, знаете, как бэушная машина. Вот. А в итоге получится какая-то хрень непонятная. Либо ремонты просто наделать, а так, либо, если наверное, построил... если это очень хороший дом, он должен реально очень хорошо и стоить. Никто тебе хороший дом дешево продавать не обязан. Ну, я считаю, лучше построить маленький, ну, свой дом. Ну, маленький. Для кого-то маленький 80 квадратов. Ну, нам хватит 200. Для кого-то 200 это ни хрена себе не маленький. У нас квартира 105 квадратов, а дом можно 200. Ну, потому что в доме... Чтобы больше детей было. Не забывай, в доме еще нужно за это место впихнуть кладовку. Для попугая тоже отожму территорию. Ну, то есть там не настолько, как многие думают, что там ого-го, сколько. Дом чуть-чуть по-другому считается. Ну что, поехали? Да. Чувака, будем сейчас тебе сердечко смотреть. Да. Давайте одразу, мабуть, пустишку, щоб... А він її виплює все, у нас такі, Даша. Він лучше без пустишки, краще себе веде. Ну і все, значить. Давай пустишку. Не хочеш, не все. Кизіє так гарно. Сердечко, синочок. Сердечко. Проверить. Все, подивилися сердечко сина, сказали, все добре. Другі органи зараз тут. Це ви спинку дивите, тут легкі нирки. Ага, нирки зараз дивляться йому. Вона валюнька в цілий памперс. Зараз підемо мить, подивимося все йому. Підемо мить. Він такий сьогодні себе гарно так веде. Звісно, покакав. Да, пальці облизує, лежить він. І так, ну що,
18.07. По нолям. Леха, ложись. Убери стул, котик. Будем тебя взвешивать. А, давай, сыночек. Так, последний раз ты был 4500. Да. Ты смотри, как ты растешь. Уже почти... 4680. 4... 80. Да. Ну что, Лёха, сохраняем в приложении? У нас есть приложение. И мы в нем сохраняемся. Ну, я тебя поздравляю. Покажи а его. А по росту? Улыбаете, сынок. По росту мы сейчас тоже проверим. Довольный. Как ты? 4. Рост мы еще сейчас не замеряли. Ой, срыгнул. А, кто до нас приехал? Приветули, София. Как дела? Давайте. Привет, котик. Ты порешав дела? Да. И пойдем. Сына подивилася, все добре. Да, и пойдем еще сегодня немножечко отдохнем с мамами. Угу. И сестрами. А, и кто? И Илона буде? Ну, не Илона, а София и Іра. А, я думала, Илона ще моя поїде. Ні. А, Соня, що, поїдемо в ресторан сьогодні? Да? Льошка, синочек спить наш. Наєлся, спиш? Да. Ідемо трішки, може тут ще сходимо щось. Перекусимо? Вип'ємо або перекусимо. Бо нам ну, ще тут півчаса гуляти. Угу. Пішли. Снежка захотіла какао, макаронці. Ну, взагалі, нас чекає картошку фрі. А сын обидает. Алёха ест сискейк. А мы со Снежкой привезли мам. Здрасте. Привет. Спасибо за приглашение. Вот. Кушают роллы. Лёха кушает снова сискейк. Вот. А я взял себе мяска. И тоже роллы. Сегодня людей, будний день поменьше. Но тоже жарко. Ну уже как бы солнышко сходит, по часам, насколько уже начало седьмого, а вон еще пришли роллы. Я думаю, где они делись? А тут удобно, да? С ним так сидеть. Сынок с папкой тут отпочивает. Нравится ему тут так? А, классно, на природе. Тут такой фонтан гарный. Яхты вообще. Красота така тут. Класно. А тут папка з сином. Синок, ти не спиш? Ти дихаєш свіжим повітрям? Прийшли з сином динозавр парк. Ось тут такі динозаври великі. Тут так класно. Цікаво, так вон люди купаються. Басейн дітський є. Дитячий басейн, такий батут прям цілий. Класно тут так. А он динозавр такий великий. Прикольно. Я покажу вам його ближче. О, синочек, диви, який динозавр великий. Ти, звісно, ще маленький. Ось який він. Шевелиться так сильно. Ох, ще й кричить. Та ти що? Так, да, такий великий-великий. Ох, лапки такі в нього. Там ще динозаври є, зараз покажемо ще вам. Он хвостом мотиляє. Ось такі тут ще динозаврики є. І такі. Ух ти. Хвостом махає. А тут такі маленькі, але теж шевелиться, бачите? Прикольно. Зараз вам поближче так покажу. Класно. А, і там теж шевелиться, хвостом він шевелить. Йо-моє, такий він великий. Синочок, підростеш, потім будемо ще сюди ходити, так? Да? А то ти зараз дуже малесенький. Та поки нічого не розумієш. Але все одно цікаво тут так. Прикольно. Тут дуже багато динозаврів, вони всі можуть працювати, але сьогодні не всі вимкнули. І тут безплатно можна прийти, відпочити в цей парк іменно. Або можна в басейні покупатися там ще. Тільки басейн не знаю, платно чи безплатно. Наверно, платно, бо тут той. У нас сьогодні вже новий день. Гуляємо з сином на вулиці. Така гарна погода, він
ножками тут мотыляю. А Софийка, зараз вам покажу, он на самокате гоняет. Соня! Соня! Привет! Все, наелся, все. Водитель. На. Причем это электросамокат, газует.